ворона сидит на дереве, а внизу пробегает зайчик. И говорит: ворона, как тебе так удается? Ничего не делаешь, и такая счастливая. Она говорит: и ты так же можешь. Говорит: а что, как это? Он говорит: ну вот сиди и ничего не делай. И зайчик сел, пробегает лиса, съедает зайца. Ворона зевнула на это происшествие и сказала: хочешь ничего не делать и сидеть, надо сидеть высоко.